Познакомившись с молодым человеком в соцсетях, девушка вдруг оказалась в лапах домашнего насильника. Чего ты добиваешься? Чтоб я тебя тоже без почки оставил, с***а? Чтоб тоже нашел, оставил с ножевыми ранениями, галка, Мне моей матери неоднократно поступали угрозы. То, что я там не оставлю тебя в живых, пока я там не увижу тебя изнеможенной, что ты вот жить не можешь, я тебя не оставлю в покое. Я ему пишу: пожалуйста, давай прекратим общение, оставь меня, пожалуйста. Он мне такой: я сейчас найду тебя, если не наберешь, и этот телефон я тебе засуну. Подробности сегодня в программе «Кстати» в 7 вечера на телеканале «Живем в Нижнем».